Здравствуйте, дорогие друзья! Вы в гостях у Хаттабыча, а я продолжаю играть в Unlisted. Сегодня я попробую поиграться за американскую сторону. И с этой целью я собрал себе сетап третьего боевого ранга. Ну, давайте вкратце посмотрим, что я здесь насобирал. Танк премиумный. Экипаж прокачан более-менее. Самолет Мустанг с чернокожим пилотом. Вот он какой, шоколадный парень. Отряд штурмовиков. Их оружие. Ну, о, второй ранг. Ладно, бог с ним. Второй ранг. Это первый. Ну, посмотрим, посмотрим. Огнеметчики, куда же без них, они вооружены гарантом. Гарант третьего уровня у нас. Пехотинский отряд, пехотный полк, аж 9 человек. Пулеметчики молодые, седьмой уровень всего, все остальные более-менее опытные бойцы. Радисты, тоже гарант. Ну и, конечно же, инженеры. Вот у этого бойца я отобрал винтовку. Вот эту. Чтобы не закинуло на четвертый боевой рейтинг. Поехали. Быстро, быстро подключилась. Будем страдать, наверное. Мы на штурме. Хорошо. Мы штурмуем. Возьму инженерный отряд. Поставлю точку поближе. А может, даже и не получится поставить. Если успею добежать, конечно. Успею добежать, поставлю. Конечно же. О, мои боты там кого-то уже убивают. Молодцы. Погнали. В атаку. Будем действовать из расчета фланговых обходов. Попробуем обойти. С торца зайти. С торца хочу зайти. Если там, конечно, мне кого-нибудь оставят. Так, это чьи-то боты. Боты чьи-то. Опа! Гарант, классная винтовка. Винтовка, ой, как хорошо. Это в шортик пойдет. Сделаю шортик из него. Да. Ну чё, горите, черти. Да уйди ты нахер отсюда, дебил. Уйди к хуям собачьим. Ушли нахер. Ушли нахер. О. Фу. А вот и немцы бегут. Всё. Хорошая винтовочка, гарант, хорошая. Ой, хороша, ой, хороша. Граната. Сучонок. Поставил пески там себе. А, пулемет взял. Зараза такая. Огнеметчики. Любимые огнеметчики.
Имбовые огнеметчики. Переключаемся сразу на огнемет. Добегу я. Интересно, добегу. С Богом. С Богом, погнали. На штурм. На штурм. Бляха-муха. Зайдем сбоку, а тут никого и нету. Я хочу. Ага. Так вот. Так и живем. Сразил меня. Не успел я реализовать своих огнеметчиков. Куда полез? Куда ты полез? Сука какая, блядь. Не, ладно, я понял, все. Ошибки прошлого повторять не будем. Ну, попробуем испытать судьбу с другой стороны. Граната пошла в молоко. Офицера какого-то убил. Офицера вермахта. Так, есть пулеметная точка. Есть. Ага, танк. Очень жаль. Ну, бой мы просрали. Бой просрали. Зато как-то весело, не знаю, мне весело. Так, это не дело, это не дело, ё. Зараза такая. Давай, там крыша, конечно. Не знаю, простреливается она или нет. Его там кто? Ничего не ни, никто не видит его. Пацаны, ну вы даете. Ну а там еще одна. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Ладно, я понял. Я все понял, все осознал. Как у них хорошо оборона построена. Оборона хорошо построена. Никто не хочет взять танк. Никто не хочет, а? Сука такая. Все, моей точки нету. Очень жаль. Нет, бой был слит. Это я не разыгрался, не разыгрался. Кого я, бля, обманываю? Ну так, там вроде никого не должно быть уже. Они хорошую оборону организовали. Молодцы, ребята. Молодцы. Прибейте его там. Ладно, поехали на танке. Наверное, давно надо было танк взять. 155-то. Что ж, бой мы проиграли. Надо это признать. И принять поражение доблестно.
они сидят. А, интересный дамаг у этого танка. Никакого. Никакого дамага нету. Эх. Эх, американцы, американцы. Немцы заскучали и пошли в атаку, в контрнаступление. Ну его хоть немножко оглушило, я надеюсь, там. Нет, никого там не оглушило. Сражался, все, дружок, ты отвоевался, ты отвоевался. Я сражался как лев, ребята, делал все возможное для нашей победы. Ну что ж, такое пораженческое видео получилось. Даже в этом цирке с конями я занял первое место, кто бы мог подумать, надо же. Ну что ж, приятно. Ясно. Ух ты, какие у них именитые бойцы. Ладно, ну что ж, было весело, было весело. Ребятки, ставьте дизлайки, я понимаю, экшена не получилось, я все пойму. Комментируйте, всего хорошего, пока.